Всем привет, меня зовут Лера КГ. Сегодня будет достаточно необычное видео на моем канале и далеко не развлекательное, как обычно. Я хочу поговорить о расставании Марьяны Ро и Иван Гая. Точнее, не о их расставании, этого шлака на YouTube полно, а о реакции их зрителей и хейтеров на то, что они расстались. Если честно, уже капец как бомбит. Сколько можно распускать сплетни, что они друг другу изменяли, что Марьяна девушка легкого поведения. Мне даже встретилась такая сплетня, что Марьяна беременна от Ивангая. В какой паблик не зайду, постоянно какие-то терки по этому поводу. Ну, люди расстались, с кем не бывает. Все люди встречаются, потом расходятся. Ну, это жизнь, такое бывает. Зачем нагнетать обстановку и усугублять действительное? У меня только один вопрос. Зачем? Зачем делать фальшивые скрины? Зачем делать разные мемы? Если честно, я этого не понимаю. Походу, людям больше делать нечего. Или просто у них на личном фронте все плохо. Или еще что хуже. Или может быть это все ради хайпа и пиара. Если у вас есть какие-то варианты, то напишите внизу в комментариях, я все прочитаю, и мне интересно знать ваше мнение. Если вас так же, как и меня, задолбали все эти сплетни, то тогда ставьте большие пальцы вверх под этим видео, и я таким образом пойму, сколько нас таких. Это все, что я хотела сказать. Спасибо за внимание. Всем пока.